я благодарен, Виктор, к тебе за то, что ты как раз подготовил мне почву для разговора. Как я благодарен тебе. Да. Он задал хороший вопрос. Горе нам, если мы не являемся частью общины. Да? Горе нам. Люди. А горе или не горе? Чтоб вы так жили, как я вас поздравляю, да? Знаете, я благодарен Богу за сегодняшний день. Реально благодарен Богу. Сперва хочу поприветствовать всех нас от имени еврейской мессианской общины Бет-Симха из Хмельницкого, передать огромнейший привет. Я на прошлой неделе провел у них время и общение. Я скажу так, я весьма был рад и благодарен Богу за это. Знаете, мою тему сегодняшнего дня, я бы хотел бы так сказать. Давайте поговорим о нас. В этот последний день января я бы хотел поговорить немного о нас с вами. Вот так открыто. Возможно? Не просто проповедь, не просто учение, не просто говорить о том, какими мы должны быть или что мы должны делать. А поговорить о нас, о том, что делает нас сильным перед лицом врага, который без стеснения пытается нас с вами не только унизить, но и уничтожить. Как стать сильным? Особенно в это нелегкое время, когда обстоятельства жизни настолько подвигают нас к некому прорыву, то есть желанию помолиться Богу, и чтобы все изменилось, и вдруг при этом усилии, при этом нажиме, при этом старании у нас не все, что мы хотим, чтобы изменилось, оно изменяется. Когда посредством наших желаний, молитвы, упования и Священного Писания мы не можем изменить свои обстоятельства. Когда враг смотрит нам в лицо и смеется, что делает нас сильным? Мы рассмотрим сегодня несколько мест Писаний, и первое из них – это послание к римлянам. 12 глава, 5 стих. «Так мы, многие, составляем одно тело в Мессии, а порознь один для другого члены». Если мы порознь, то мы становимся индивидуальными личностями, которые принадлежат чему-то, за которых умер Мессия, и Он воскрес, чтобы сделать нас своим телом. Лично мы, отдельно верующие люди, имеем возможность и желание делать то, что нам кажется важным и нужным. Порознь, но через смерть и воскресение Иешуа Мессии Он делает нас частью тела своей общины, своего дома. Не бывает, знаете, не бывает дома без хозяина. Есть только те дома, которые разрушены без хозяев. Важно понимать, что община – это не собрание недели, некоторое, знаете, вот, событие недели. Важно понять, что община – это или собрание, которое мы собираемся, это не просто событие недели для посещения. Мы пришли здесь отдать свою дань, как сегодня говорил, да, Виктор. Это не просто какое-то сообщество, но это принадлежность, это твоя семья, в которой ты принадлежишь. Это общество, в котором ты несешь ответственность и имеешь дело. В этой семье не всегда все гладко. В этой семье есть свои плюсы и свои минусы. Но сегодня я хочу говорить о той общине, в которую нас Господь призвал. Как в любой ячейке общества, семье, да, мы назовем семья, это ячейка общества. Есть свои плюсы
и свои минусы. Есть свои разочарования и моменты счастья. Так и в любой общине, в которой люди являются частью, становятся этой семьей. Это посредством знакомства и разделения взглядов мы соединены под эгидой, можно сказать, под влиянием Мессии. Знакомство и разделение взглядов. Мы собрались здесь. Мессия становится центром нашей жизни. И я верю, что Бог заинтересован, чтобы мы правильно понимали уникальность взаимоотношения в общине. Бог заинтересован, иначе бы Он не делал метафоры в Писании, где четко и ясно прописаны, зачем нужно общество или Дом Божий. Например, мы называем такие метафорами, которые Мессия говорит о своем теле. Например, это части тела. Он говорит, это живые камни, это виноградник. И он говорит, вы часть семьи, называя вас братьями и сестрами. Все эти метафоры имеют значение только для того, чтобы мы с вами понимали важность единства и осознавали, что нас Бог призвал к высшей цели. Это цель поддержки друг друга, проповеди Евангелия. Я говорю об этом, потому что это важно накануне тех событий, которые нас ожидают. О том, что мы каждый раз, когда собираемся вместе с надеждой, смотрим в будущее, что Бог прикоснется к нашему народу, к нашей стране, и произойдет это пробуждение, это состояние, когда многие люди познают Бога. Давайте посмотрим на некоторые вещи, когда мы говорим. Когда мы даем обещание как, во время благосочетания, мы говорим о том, что я буду тебя любить вечно. Да? Мы говорим, что моя дружба, она вечна. Моя семья неразделима, она вечна. Но на самом деле нет таких понятий, как вечность, вечность семьи. Когда, вы не обижайтесь на меня сегодня, пожалуйста, потому что я буду говорить некоторые моменты, которые, может быть, нас обижать. Но в сущности, я говорю сегодня не только к нашей общине, говорю к тем людям, которые смотрят нас в интернете. Сотни людей, которые присоединяются к нашему живому как бы, стриму, да, к нашему собранию. Я обращаюсь к тем, кто хотят понимать о том, чему Бог призывает каждого из нас. И на самом деле я говорю о тех вещах, которые нету вечного брака. То есть брак, он, мы наговорим, он вечный, но на самом деле, извините, вы не обижайтесь на меня, мы говорим о долголетии брака. Нету вечной любви такой, как мы говорим, потому что любовь, она проходит, да, вот человеческая любовь. Нету понятия такого, как вечная семья, когда дети вырастают, они становятся на собственный, так сказать, путь жизни, только лишь взаимоотношения, отношения, помощи друг другу, взаимопомощи сделает наши семьи просто реагирующие на обстоятельства более сплоченными. Мы говорим о том, что может быть вечностью, но есть то, что продолжительно и вечно, и это членство в семье Божьего искупительного народа, искупленного народа, извините. Есть то, что делает нас народом, и этим народом становимся мы. Индивидуально мы личности, в обществе мы община, в мировой практике мы говорим, мы тело Христово. Есть люди, которые приняли Мессию личным спасителем. Прошедшие немало времени, они проходят сложности, могут проходить ситуации, которые нелегкие. И чаще всего они спрашивают о членстве в общинах или церквях, а вообще это мне надо? Вообще это зачем нужно? Разве Библия говорит нам о членстве? Мы, когда покаялись, мы стали членами тело Мессии,
универсального, везде существующим, везде имеющий состояние духовное, соединенное во Христе на небесах. Но в сущности мы говорим о том, что люди иногда заблуждаются в своем понятии, зачем им нужно общество, в которое Бог их привел. И мы говорим о том, что Бог делает и строит свой духовный храм. Бог строит свой духовный храм. Вы, Бог обращается, вы духовные камни, из которого созидается свой храм, духовный храм. Я хочу, чтобы вы понимали, есть состояние людей, которые не считают нужным и даже кидают вызов общинам, церквям, где существует некая принадлежность, осознание, что они строят совместно один Божий храм. Кидают вызов того, что индивидуальность может быть безопасностью от, может быть, неприятностей, подозрений, предательства. И по этой причине лучше не общаться, быть вне церкви, вне тела Христова, быть индивидуальным, сесть в интернет, виртуальная церковь, где никто никому не делает больно, никто никого не заставляет, никто никому не подотчетен. Значит, таким образом мы свободны. Я же верю в Христа, у меня же свои отношения с Богом. Но хочу вас предупредить. У Бога нет индивидуальностей для индивидуума. Да, Он дал Своего Сына ради каждого из нас, и этот наш выбор, принять Его или нет, но после этого мы становимся частью тела Мессии здесь на земле, поместной общины. Мы видим эти примеры через все Писание для того, чтобы нам быть частью Его. Важно понимать, что живой храм – нерукотворный из камней и глины. Это храм духовного созидания Бога. Это храм, сотворенный из людей, и этот храм будет вечным. Этот храм будет вечным. Вечный храм. Что это такое? Послание 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы». Каждый из нас. Услышите это послание, которое говорит Павел Коринфянам. Он говорит нечто, что на самом деле сегодня чем пренебрегается. Когда люди становятся частью тела Мессии путем водного погружения, обещание Богу служить чистой совестью своей, да? Они обещают созидать этот храм. И если человек, который не нашел свое место в теле Мессии, по местной общине, по разным причинам, а причины бывают разные, как мы говорим, в любой семье есть разные причины, и хорошие, и плохие, но это семья. И вот в этой семье не находят места, и они начинают ломать уставы того дома, где они были призваны, где они были насажены Богом, и пытаются разрушить. Услышьте внимательно, Бог говорит, горе таким людям, которые пытаются разрушить храм Божий. Горе, как сегодня говорит, горе. Если вы думаете, что вы часть общины, но не являетесь ею, не соучастники дело, которое Бог поставил здесь на земле. Послание к Ефесянам 2:21 говорится так. «На котором все здание слагается стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором вы устрояете жилище Божьим Духом». Мы составляем и строим духовный храм. Эти места, которые я прочитал, могут быть объединены одним словом – «вы». Не говорится «ты», и даже не говорится о том, что есть как-то уважительное послание. Знаете, как у нас в русском языке любят говорить «вы, Петр Иванович». Но здесь послание не говорит «вы,
Петр Иванович, являетесь индивидуумом, в котором живет Бог лично, и вы есть храм. Говорится здесь в послании, что вы вместе, кооперативно, вместе вы слагаете из себя дом духовный, общество, которое верит, что Мессия, Ишуа, есть Господь над всем. Я могу большой ответственность сказать, что вы в этом случае используете для того, чтобы показать, что мы связаны друг с другом. Мы связаны в одном теле для того, чтобы Божье дело, которое Он поручил для своих учеников, оно исполнялось в наше время. Чтобы мы могли знать, о чем говорит Бог. Запомните эту фразу. Вы можете стать храмом только совместно, вместе. Вы не можете быть храмом отдельно. Вы скажете, Ребе, но ведь Бог живет во мне. Да, я с вами согласен. Но не написано, вы камень, и вы храм духовный. Вы камни, множественное число, которые составляют из себя храм духовный. И в этом на самом деле часть Божьего плана составить здесь на земле общину, церковь, и врата ада не одолеют ее. Не сказано, что я вот ты, Петр, и вот в твоей вере ты будешь один, ты будешь одиноким, и вот тебя не одолеют никакие препятствия, бедности и болезни, ад не одолеет тебя. Он говорит, ты, Петр, на этом основании я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Не просто здание, в котором люди собираются, это только причина, где собраться. А мы друг с другом составляем из себя духовный храм, то место, где мы можем быть сильными и исполнены Духа Святого, стремление и назидание, где мы можем достигать людей и приводить их к познанию, поддержке друг друга, где можем молиться друг за друга, где Бог будет проявляться только в кооперативном, в совместном решении двигаться вместе. И тогда, когда мы будем вместе, исполняется то слово, которое написано в Исходе, 29 глава. «И буду обитать посреди сынов Израилевых». Не посреди одного сына, и не там, где только Моисей находится. Он говорит о народе, как о своем месте обитания, когда они связаны целями, когда они связаны законом, когда они связаны поддержкой друг друга и ответственностью друг за друга. Израиль был ответственный друг за друга. Каждый человек был ответственный друг за друга. Евреи, евреи, друг, брат. Да, и может быть и кредитор. Но при всем этом они частью друг друга. Вот в этом уникальность, где Бог говорит, я буду посреди Израилева и буду им Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать посреди них. Я встречаю очень много людей, которые говорят о личных отношениях с Богом, и они прекрасны. И знаете, когда они говорят о том, что они переживают, то, что они испытывают в Боге, да, это отношение, которое Бог хочет индивидуально наладить с ним, с этим человеком. Но когда они говорят, я не могу терпеть, когда все остальные собираются, делают свое, я не могу это переносить, они не исполняют волю Божью, надо отсюда просто уходить, драпать, и Бога здесь нет. Я вам скажу так, вы глубоко ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь. Бог везде, на каждом месте, на котором, где призывается имя Божье. Вы скажете, я приходил в разные церкви, в разные храмы, там Бога нет. Лично твое впечатление не означает то, что Бога там нет. Лично твое переживание, лично твое осуждение другого человека не говорит о том, что Бога там нет. Для того, чтобы спасти грешника, Бог должен быть там. Слышите? Вы услышите внимательно. Дух Святой находится на каждом месте. Если мы говорим, что Бог всемогущий, и Он вездесущий, значит, мы не можем ограничить Его тем, что мы переживаем. Я верю, что Бог, Он созидает свою
общину, что мы являемся частью того, что Бог строит. И в преддверии пробуждения, которое мы ожидаем, тех планов, которые у нас есть, мы должны подготовить себя к одной мысли, что мы являемся поддержкой друг друга. Знаете, когда мы говорим о доме, я сразу вспоминаю о строительстве. Кто из вас за свою жизнь не один раз построил, делал строительство или же ремонты? Несколько, да, вот человек. Остальных, слава Богу, что оно вас не касалось. Я вам скажу так, что за время нашего пребывания здесь, мест мы или общины самой, мы не один раз поменяли свое место нахождения, не один раз отремонтировали офисы, залы, классы. Знаете, я могу уже создать такое меню, или даже не меню, а инструкцию, да, можно говорить, инструкцию для тех, кто хочет делать ремонт, что нужно или нужно делать. Но я знаю точно, я из опыта это уже определил. Первое, можете себе записывать такие моменты, нет универсального материала, из которого можно строить. Услышите? Имеется в виду, нет никакого универсального материала, которым можно, исправить, приклеить, покрасить и сделать одним материалом весь ремонт. Хотя есть такие люди, которые это пытаются сделать. Нельзя строить одним материалом. Тысяча мелочей помогает создать хороший ремонт. Тысячи разных приспособлений нужно для ремонта. Другими словами, мы не можем стать индивидуальным храмом без тысячи других людей, которые вокруг нас. Мы не можем. Второе, для ремонта нужно, чтобы все совпадало и подходило. То есть надо все подгонять, чтобы было стык-стык гармонии. Все должно соединяться, должно быть вместе. Это не означает, что, знаете, вот мы подходим друг к другу. Не означает, что мы подходим друг к другу. Нельзя размешивать краску с цементом и с поклевкой вместо воды, чтобы создать себе хороший, знаете, быстрый ремонт. Другими словами, если я ленюсь взять сначала воды, цемент, размешать с песком, ингредиенты, которые подходят туда, да, которые должно соединять, вытащить или пошпаклевать, сначала, извините, поштукатурить стенку, потом взять шпаклевку, которая состоит из множества разных ингредиентов, для того, чтобы оно сцеплялось, работало штукатурка, которую я нанес до этого, смешать ее тоже с водой, нанести, подождать, что оно высохнет, пойдет время. Потом нужно опять сделать подготовку стены, может быть, ее заштукатурить, может, ошлифовать нужно немножко. Неприятно стенки, но что делать? Вы понимаете, да? Оно может быть пыльно, оно может быть грязно, нужно убирать все это. Потом ты берешь, скрываешь специально подготовительным слоем, чтобы к нему прицепилась или приклеилась уже краска, которая пройдет и будет держать это все. И тогда, когда мы это все подготавливаем, мы видим результат. Оно занимает время. Но да, конечно же, можно же подумать, а зачем? Ну, краска же жидкая. Ну, как, это хорошо. Значит, смешаем цемент, шпаклевку, и зальем это краской, размешаем, все, стянем все вместе, и будет как надо. Ну, правильно, вы смеетесь, потому что такой глупости не додумается никакой человек. Но в сущности мы пытаемся что-то в этом смысле делать. Услышьте меня, пожалуйста, нам необходимо понимать, что каждая часть должна иметь соприкосновение, совпадать и подходить друг к другу. Детали, я вам скажу, третье, бессмысленно, если не применять в соответствии с ее предназначением. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть вещи, детали в строительстве,
Они бессмысленны, если их не используют для назначения. Например, если твои балки чересчур длинные для перекладывания, да, то что им нужно сделать? Маленькое обрезание. А? Ну, вы скажете, подождите, но они же такие, как есть, вот такие нужно сделать. Они не подходят. Им нужно сделать немножко чик, чтобы все вложилось как надо. А если кто-нибудь из вас сделал канализационные, прокладывал канализационные трубы, если труба чуть-чуть короче, она негодна для того, чтобы ее положить. Хотя у нас и те умельцы. Они сначала его примотают, потому что не хотят идти, чтобы ее заменить. Они что-то добавят, его переделают, замотают его чем-то, потом зальют это, чтобы его не было видно. И через несколько лет мы думаем, чего у нас в доме так воняет? Потому что кто-то, кто немножко был ленивый, постарался уложить трубу, которая не подходит для этого дела. Другими словами, есть части, которые не совпадают, не подходят. И их, извините, невозможно использовать. Нет детали, которая сама по себе важна. Все детали в доме, они присоединены один с другим. Сергей Михайлович работает над разработками умных домов. Вы знаете, что сами по себе эти дома, если так вот, они не собраны, не сделаны, они просто материал. Но когда их собирают, каждая деталь в этом доме, она содействует друг к другу. Она соединена одно с другим. Одно с другим связано для того, чтобы в этом доме было уютно. Если не связаны эти детали с домом, эта деталь не нужна. Она бесполезна, не имеет применения. Говорю вам прямо. Если вы духовно не соединены в духовном доме, жестко, но скажу так, вы бессмысленны. Я извиняюсь еще раз так. Если мы не соединены в духовном доме, духовными средством, для чего мы находимся в этом доме? Мы бессмысленны, мы не задействованы, мы бесполезны сами по себе. Услышьте, сами по себе мы ничего не стоим. Вы когда-нибудь видели, если ступеньки бы где-то так висели в воздухе, они там есть, но они не связаны ни с чем. Для чего они нужны? Для чего нужны? Другими словами, если мы не являемся частью того, что строит Бог, не соединены друг с другом. Вы извините, каждая часть, конечно, она своя по себе, она нужна. Но она в целости дома, они поддерживают и устрояют дом. Деталь строительства может быть внутри дома, который мы строим, но не быть частью его. Услышьте, вот то, что бывает очень часто. Если вы придете на любую стройку, если вы пришли бы ко мне домой, когда я строился, вы бы увидели бы, в одном углу была бы куча цемента, в другом углу была плитка, в третьем углу была бы провода, и там еще какие-то трубы. Само по себе они в доме, но не являются частью его. Слышите, нет? Друзья, слушайте внимательно. Я прошу, чтобы вы сконцентрировались к этому посланию, которое я говорю. Потому что я понимаю, что я говорю сегодня так вот прямо, серьезно, может быть, даже и больно. Обращаюсь к тем, кто, может быть, смотрит нас в интернете, не являющийся членами церкви или общины. Вы виртуально там себе живете. Я хочу сказать, что вы должны быть частью
общины должны быть церковью. Вы можете как бы, быть этим инструментом, вы можете быть этим ингредиентом, этой частью строительства. Вы можете быть внутри, но не быть частью его, того строительства. Я называю это прихожанством. Вы прихожие, вы прихожане, вы становитесь частью дома, вы труба или же там вы кабель для чего-то, может быть, вы розетка для чего-то соединить, но вы где-то лежите и не имеете части, вы не включены в этот проект, вы не хотите, вы живете сами по себе, вы прихожане. И знаете, я встречаю людей, которые говорят часто: «Ребе или пастор Валентин, как мне нравится ваша община, ваша церковь, как мне нравятся ваши праздники, как мне нравятся ваши прославления, о, как мне нравятся ваши проповеди». И знаете, я сразу понимаю, что это люди прихожане. Они прихожане. Они имеют это право, они имеют право прийти, услышать, пообщаться с нами, быть в Божьем присутствии. Но знаете, когда мне говорят: «Ребе, у нас в общине не все в порядке. Ребе, у нас в общине есть ситуация, которую нужно изменить. Ребе, у нас в общине, знаете, это было такое хорошее присутствие Божье, Бог менял людей в нашей общине. Я знаю, что эти люди будут делить мои или наши невзгоды, трудности, переживания, наши радости, наши цели». Они являются частью того плана, который Бог хочет, чтобы мы исполнили. Я говорю это потому, что это очень важно. Мне прискорбно, потому что многие люди в этом мире соблазнились на позицию «моя хата с краю». И это правильно, это и твоя хата, и она с краю. Но Божий человек, искупленный Богом, он говорит: это моя община, это моя церковь, это мое место, это то, где меня поставил Бог. Может быть, оно не видно, это все как бы для созидания, но оно есть. Эти трубы, которые заложены бетоном, они там должны быть, они соединены друг с другом, чтобы сделать свою функцию. Электричество делает свою функцию. Провода, которые замурованы в стенке, покрашены и так далее. Но все вместе это дом Божий, который должен функционировать. И Бог говорит: я строю свою церковь, я строю свою общину, и врата ада не одолеют ее, потому что она вместе, они соединены друг с другом. Ответственность друг перед другом. Чем я могу сравнить членство в церкви или членство в общине с прихожанством? Те, которые не определились, где их церковь. Я не против того, что люди участвуют вместе с нами, помогают нам, но не являются членами других церквей. Они просто говорят: Божий народ – это тот народ, который я хочу помогать, хочу вовлекаться, хочу делать, хочу помочь им возрастать. Я за то, чтобы мы сотрудничали вместе, потому что мы тело Мессии. Но те, которые не определились, где они находятся, и они считают, что другие церкви хуже, эти плохие, эти недостойные и так далее. Хороших церквей или идеальных церквей никогда не будет. Знаете почему? Потому что люди не идеальны. Мы не идеальны. Если бы мы были бы идеальны, мы уже были бы с Господом. Он бы давно бы уже пришел и забрал бы нас. Ему нужны не идеальные люди, чтобы они изменялись, чтобы они стали другими, чтобы они смогли дать помощь другим людям и изменить их. Я сравниваю людей, которые прихожане и члены общины, с теми людьми, которые сделали решение стать в законные отношения, в браке, пойти подписать этот сертификат, или как называется, свидетельство о браке, и теми, кто просто сожительствует в любви, не неся никакой ответственности, который может в любое время закрыть дверь и сказать: я пошел, и всех я имел в виду.
Это настолько Бог хочет, чтобы мы ревновали о теле Мессии. Может, у кого-то и принято дома, в семье, что дети приходят только чтобы покушать или принять ванну. Может, кого-то, не только дети, может быть, и взрослые такие, которые просто приходят домой либо поспать и уйти. Но знаете, семья – это больше, чем только просто поспать, покушать, помыться. Семья – это там, где у каждого члена семьи имеется своя ответственность. Услышьте меня правильно. Мы говорим о семье Божией и о семье здесь на земле, личной нашей семьи. Скажите так мне честно, вот справедливо. Есть, когда ваши дети растят, вы их учите, вы им говорите, что им делать, они смотрят за тобой, что ты делаешь. Приходит время, где они делают то, как бы, о чем вы даже и не думаете, что вы их не заставляете делать. Правда? Приходит время, где ты не спрашиваешь, а вот как ты был, или что ты делал, как ты кушал, или что ты кушал и не кушал. Есть такие родители, которые тебя кормят постоянно, а ты не знаешь, куда уйти от этого. Но есть другие, которые ты понимаешь, что они выросли, они уже взрослые, они часть семьи. И независимо, они пришли, ушли, они покушали и не покушали, ты доверяешь им в том, что они делают. Ты знаешь, что они тебе не предадут, твои дети. Ты знаешь, что если ты оставил деньги, они их не украдут. Ты знаешь, что если ты написал записку, скажешь, нам необходимо это сделать, и приходит время, они сделают. Там есть доверие. Вы слышите? И дети не капризничают. А ты со мной не поговорил о моем тяжелом детстве, которое я пережил. Знаете, я как отец, я хочу сказать, что я благодарен Богу за моих детей. С ними всегда есть о чем поспорить. С ними иногда хочется поговорить, знаете так, по-серьезному, но я также глубоко внутри, я знаю, что я все сделал, чтобы они знали путь Божий. Что я не смогу стоять, знаете, в унижении, посрамлении, и чтобы они мне сказали, а ты мне не дал мне счастливого детства. И когда мои дети пишут мне, я счастлив, что у меня есть семья, как эта. Один из них даже что-то написал так, что говорит, семья навечная. Я сказал, семьи навечной может быть и не быть, но наши отношения, они очень глубокие. Когда мы в семье, иногда, наверное, мы не можем спросить, а как ты, а что ты, а почему ты не сделал. Знаете почему? По одной причине. Мы настолько понимаем, что люди взрослые, мои дети взрослые, что мне как отцу даже не приходит в голову то, что дети могут быть безответственными или же, знаете, вот предателями. Оно даже в голову не приходит. А мы говорим об отношении в общине, где люди возрастают. Приходит время, где мы должны взять эту ответственность перед Богом и говорить, где мы и что мы. Вы стаете верующими, освящая свою жизнь в Мессии, но вы стаете частью поместной общины, вверяя свои отношения и связи с жизнью других верующих в данной общине. Отдельно, как мы говорим о спасении, но причастность, когда мы наши отношения выносим на связь, взаимоотношения и вверяем наши жизни друг другу. Есть люди, которые впечатлены общиной, думают, что это станет их духовным домом и их семьей. Потом ожидания их не оправданы. Они ожидают чего-то, чего, может быть, не получили в других местах или же по жизни.
После того, как они познакомились с людьми в общине, как бы сказать, прямо уже, извините так, втерлись в их, знаете, доверие. Когда люди начинают пользоваться благами друг друга, когда мы имеем взаимоотношения с друг другом, и мы начинаем доверять, люди некоторые находят свою выгоду быть членами общины, помощь, и даже, может быть, на каком-то этапе они пытались сделать служение, но потом свободное время, в которое они не вовлечены в общину, то, где они говорят, подожди, почему я только должен быть этим ишаком, да, который все делает, или там какие-то еще другие вещи. Они начинают иметь чувство, что что-то им не додали, что-то от них скрывали. И значит, мы называем таких людей, знаете, как недовольные кузнечики. Они начинают из одной общины идти в другую, из третьей, четвертой. Не по причине того, что они еще не определились, что делать, а то, что есть некое недовольство, ожидание, которое они имели от общины или церкви, любой церкви, они невостребовательны. Вы скажете, а что делать, если Бог зовет? Если Бог, Он призывает, ты становишься членом общины там, где тебя Бог призывает, и ты включаешься в работу с построением этого дома. Друзья дорогие, услышьте меня внимательно. Есть призыв, есть Божье призвание, которое ты не можешь от себя отделить. Я вам скажу честно, хочется, чтобы каждый человек, который верующий здесь, в городе Одессе, имел основание в своей общине, в своей церкви, там, где Бог ее призывает, для того, чтобы строить поместную общину, потому что из разных общин мы вместе составляем тело Христово по всей земле. Если вы хотите узнать, вы недовольны чем-то, я вам могу показать десятки общин, посоветовать десятки общин, пасторов, служителей, которые примут и смогут ваше нутро, которое вы там чего-то там не добились, чего-то сможете использовать там. По крайней мере, мы говорим о таких людей. Мы говорим, хочешь получить себе человека, который может тебе, помочь в этом, мы можем поделиться им. Можем бартером взять еще чем-то. Возьмите его, третьего, десятого. Один из примеров простых вещей. Вы заметили, у нас есть прекрасный музыкант за клавишами. А? Кто из вас думает, что он член нашей общины? 3 человека. А кто знает, что он член другой церкви совсем? 3 человека. То есть, все остальные воздержались. Мы не вашими, не нашим. Вы знаете, в этом, как может быть, есть некая тайна того, как Бог он располагает служителей, пасторов к нашей общине. У нас много лет назад была трагедия, и одна семья у нас погибла. И один из погибших был нашим любимым клавишником. У нас нету людей, которые могли бы заменить его. Не было тех профессионалов. И мы позвали человека, который влился в наш коллектив, благодаря Сергею. И одним из условий работы с нами не было, оставь ту церковь, приходи к нам. А наоборот, ты помоги нам, останься верным там, где ты находился. Мы встречаемся часто с этим пастором, и он говорит, знаешь, меня сделало это свободным. Я знаю, что ты не претендуешь на члена моей церкви, ты никаким образом не приманиваешь его, а ты позволил ему служить, и это является помощью друг другу. Услышьте, мы все в теле. Вы понимаете, да? Мы должны понимать эту вещь, что мы становимся частью людей. Но мне не нравится, когда люди, которые познали, стали частью в общине, какие-то еще вещи происходили с ними, и потом они начинают пилигримство.
духовное пилигримство. Ладно, ты ушел и ходишь сам пилигримом. А если брать еще другого человека, с которым ты провел молитвы, ночные обсуждения, какой пастор, какое видение, а что один сказал, лидер, а что он недосказал. Вот эта глубокая духовная молитва, которая выявила все внутренности остальных людей, которые не просто гады, а присмыкающие, а еще и ко всему, это самое, всякие там еще ситуации. И после этого ты берешь того человека и говоришь, пошли, там есть духовный рост, другие общины, другие церкви. Друзья, что мы делаем? Помните, я прочитал. Мы разрушаем Дом Божий, а Бог таким не благоволит. Членства вообще не бывает. Вы скажете, где в Писании членство? Где в Писании членство? Везде. Через все Писание мы увидим о том, что Бог заинтересован в людях. Конечно, это не членство СССР, когда мы были членами ВЛКСМ, кто-то из, многие из нас, да, бывшие, или коммунистической партии, особенно профсоюзов, откуда мы получали свои путевки на море, либо в Карпаты, либо за границу. Это не то членство. Бог заинтересован в взаимоотношениях. Членство завязано на помощи друг друга. Первое предназначение по местной общине, чтобы быть связанным звеном или связывающим звеном вместе с людьми для поддержки друг друга. Первое предназначение общины поддерживать друг друга. 1 Тимофея 3:15. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть община или Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Столб и утверждение. Слово утверждение – это основание истины. Итак, община нужна для того, чтобы в твоей жизни была стабильность, основание и также поддержка. Нам нужны другие люди в нашей жизни не для того, чтобы просто быть, а те, которые в наше нелегкое время, в наших нелегких ситуациях смогут нас поддержать и стабилизировать наши отношения. Вы слышите, нет? Нам нужна община, люди в общине, связанных друг с другом, для того, чтобы поддержать нас в нелегкое, в тяжелое время, для того, чтобы поддержать именно нас духовно и дать нам стабильность, стабилизировать наши эмоции. Друзья, пока вы не станете частью поместной общины, где вы находитесь, где бы вы ни находились, вы не сможете найти стабильность, крепость и рост. Вы не сможете. Услышьте меня, пожалуйста, правильно. Индивидуально Бог будет с вами. Но вам нужны другие люди, чтобы поддержать ваши руки, чтобы быть заинтересованы. Мы, может быть, не видим всего, мы, может быть, не знаем всего, как семья, но мы становимся частью тела Мессии здесь, членами общины или церквей, для того, чтобы быть поддержаны и быть стабильными, крепкими и имели рост. В жизни нам всегда нужны поддержка духовная, эмоциональная, физическая и эмоциональная. То есть мы должны, экономическая, извините, мы должны иметь отношения. Это можно все получить не только в общине, а более вам скажу, община состоит из малых групп. Вы скажете, какие малые группы? Домашние группы? Домашние группы. Прославление, детское служение, работа с бизнесменами и те, кто предпринимателями, служение старикам. Это группы, которые заинтересованы, чтобы люди поднимались, укреплялись. Это можно найти в домашних группах, знаете, вот везде. Что еще, кроме стабильности и поддержки, можно найти в домашних группах? Услышьте, если вы ищете себя,
Если вы ищете пробуждение, тогда в моем понимании внутренняя жизнь общины набирает силы в малых группах путем практических применений библейских даров, молитвы, исцеления, пророчества, благочестия, попечения, странствоприимства, посещения больных, забота о тех членах домашних групп, которые существуют. Там настоящий рост, там настоящая община. В домашних малых группах есть то, чему нам хочется прилепиться, что мы хотим найти. Там происходит то, что мы называем пробуждением. Вы скажете, я не согласен, тот лидер, этот лидер, я не могу с ними и так далее пройти этот путь. Почему? Что вас разъединяет? Ваше направление или ваше желание? Услышьте, если вы посмотрите на весь дом, то, конечно, мы понимаем, что канализационная система – это канализационная система, электрическая система – это проект, это совсем другой проект, основание – это совсем другой, там балкон, ступеньки, третья, крыша, четвертая, покраска и так далее. Все разные функции, разные предназначения, но в сущности они делают дом прекрасным, в который можно прийти. Дизайнером и строителем, который является Бог. Вы слышите? Это очень интересно. Если ты думаешь, что ты не можешь войти в домашнюю группу, не быть частью пробуждения, тебе что-то мешает, попробуй сказать, а могу ли я это сделать, индивидуально сделать. Если да, подойди к Олегу Щепанскому, скажи, я хочу быть научен, я хочу видеть пробуждение, я хочу участвовать в будущем строительстве. Помогите мне состояться таким, как Бог хочет, чтобы я видел. Я хочу призвать вас задуматься о тех возможностях, которые вы можете сделать в будущем. Каждый из нас. Я хочу призвать вас к этому. Если вы хотите пережить жатву последнего времени, тогда задумайтесь над тем, чтобы быть частью служения, частью дома, где каждая часть имеет свое предназначение. Имеет свое предназначение, которое Бог строит и Бог использует. Станьте частью Божьей общины, не виртуальной, а реальной. И собрание по субботам – это не собрание, знаете, какого-то особенного ивента, или события. Это собрание для того, чтобы прославить и возрадоваться, что Бог делает в нашей жизни. Мы сейчас встанем на наши ноги. Я бы хотел, чтобы мы помолились о том, насколько мы вовлечены в то, что Бог делает. Насколько мы хотим видеть то, что Бог делает. И если мы заинтригованы Богом о том будущем, которое у нас есть и которое для нас приготовлено, если мы не ленимся и считаем себя по-настоящему верующими людьми, тогда мы сделаем это правильное решение – стать частью того дома, который созидает Бог, и где вы станете частью духовного строительства, где каждая деталь имеет свое предназначение. Но давайте не забывать, что есть дома, которые приносят вещи, как бы для строительства. Но они не лежат просто без использования. Найдите себе применение. Найдите себе применение. Не просто скажите, мы такие или всякие, у нас есть такой дар или другой дар. Найдите применение себе. Вам доверят. Вам поверят. И Бог будет вас использовать. Перестаньте искать себе слабых церквей. Перестаньте думать о том, что одна сильнее другой. Мы все люди. Мы все люди. И каждая община, каждая церковь имеет
свои сильные стороны. Имейте слабые. Станьте частью того, что Бог дает нам здесь, в Одессе. Здесь, в Одессе. Индивидуально каждая община имеет свой дом. Но когда мы собираемся пасторами этого города, в который входят больше 50 общин и церквей, мы понимаем, что у нас есть сила сделать этот мир другим. Если мы этого захотим. А чтобы захотеть, нужно поверить, что вы уникальны. У вас есть дар. Присоединитесь к Дому Божьему. Присоединитесь и станьте частью пробуждения. Ищите домашние группы. Участвуйте, евангелизируйте, молитесь. Идите в больницы, престарелые дома, спидовый центр, туберкулезный, детям-инвалидам, сиротам. Идите к тем, кто брошен на улице. Идите тех, кто лежат у дороги. Те, кому нужен Господь, нужна помощь. Не пытайся вытаскивать кого-нибудь из тех, кого окружение, которое у тебя есть в Доме Божьем, и которое делает служение. Не пытайся нарушить то, что Бог строит, призывать его к пилигримам в путь. Друзья, пойдите пилигримам туда, где больше нуждается в вас, тем людям, которые никогда не слышали о Христе. Тем, кто лежит у канавы, голоден, дай ему хлеба. Скажи ему о Боге и приведи его в Дом Божий, где он найдет свое место. Это призыв для церкви. Это призыв для каждого из нас. Давайте мы помолимся. Авину Шабашимай, Отец Небесный, я благодарен, Господь, Тебе, что мы являемся телом Иисуса. Мы порознь члены, но вместе соединены, Господь, посредством крови Твоей и Твоей смерти. Боже наш, Ты вложил в нас желание быть вместе, общаться, подобное притягивать подобным. Господь, когда мы обновились в жизни, когда Мессия пришел в нашу жизнь, мы присоединились к телу Мессии, тем братьям и сестрам, которые составляют из себя дом духовный. Господь, где наше место? Что мы можем делать? Тот дар, который Ты мне дал, как я могу его использовать? Научи, помоги мне. Помоги мне найти то место, где я буду использовать, чтобы я не был короток или же длин. Если бы я был как раз в то место, где необходима поддержка, где созидание будет прекрасным. И это будет нелегко. Это может быть незаметным. А это может быть, даже может не востребовано так сильно. Боже, но Ты созидаешь тот дом, который любезно называешь своей церковью, своей голубицей, своей невестой, за которую Ты умер. И я прошу сегодня, Дух Святой, наставь нас, научи нас, пробуди нас, сделай нас сильными, Господь, благослови нас. Ишем, Ишуа Машехия.